о некоммерческих организациях говорят сегодня в Москве. Всероссийский форум «Сообщество» собрал более 3000 волонтеров, предпринимателей и организаторов некоммерческих проектов. Речь идет о том, как вывести значимость гражданской активности на новый уровень, об улучшении обратной связи, чтобы общественный контроль работал реально, о финансировании НКО. Тут важно и развитие системы президентских грантов, и продвижение субсидий от Министерства регионов. Говоря о комплексной модернизации некоммерческих организаций, в Общественной палате подчеркивают, дорожная карта уже готова, и для качественного скачка очень нужно изменить подход к поиску новых кадров. Когда смотришь, к примеру, на депутата Государственной Думы того или иного региона, удивляешься, как он может представлять граждан этого региона, поскольку за ним, по большому счету, нет никаких более-менее значимых реализованных проектов. И равно так же удивляешься, как люди, которые собирают на свои мероприятия 20 тысяч и более граждан, таковыми не становятся, я имею в виду, не идут в законодательные органы. Наша задача сделать для них такой некий социальный лифт, поддерживать в их инициативах.